Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Мы опять решили сбегать в лесок и пособирать грибочков. В этот раз у нас будут строчки. Совсем недавно зашли в лес, буквально 10 минуточек, и нашли вот такие грибочки. Красивые, замечательные грибочки. Здесь они грязненькие, надо сразу отрезать, чтобы дома поменьше возиться. Так, тяжело? Ну ладно, справимся. Вот, остался такой кусочек, в корзиночку его. И здесь два грибочка. Вот. Красивые, замечательные, вкусненькие весенние грибы. В этом лесу ходить не так удобно, потому что здесь валяются всякие бревна, в основном сосновые. Вы видите красоту? Красота! Но какой мощный, отличный. А вот здесь малыш сидит, совсем маленький. Малыша мы брать не будем. Вау! Отрежем, мусор домой тащить не будем. Ну, это помоем дома. Идем дальше. Чуть мимо не пролетела. Вот они, красавчики, стоят. Хожу кругами. Чуть не грохнулась тут. И трем под носом. Грибусики. Дома работы немерено, а я по лесам шляюсь. Сегодня распикировала кучу рассады. Малышню покормила, и все, не терпится, в лес бегом. Чтобы прочувствовать ходьбу по лесу, пойдемте вместе. Это все надо перешагивать, перелазивать. Вот как это обойти? Вот так. Поедем напрямую. Напрямую сквозь кусты и буреломы. И ползем. Пока ничего не видать. Так. Сегодня пасмурно немного. Хорошо. Это хорошо, что солнышка нет. А так было бы очень жарко. Вон там Иван Александрович ходит, бродит, рыщет, свищет. На другую часть идем или что? А? Да, пошли, пошли. Идем. Да, тут маловато. Дебри, да, вообще. Так, ладно, найдем грибы, покажем. Так, ребятки, ищем, смотрим. Блин, о, нашла. Нашла красоту. Срезаем. Так, подрезаем сразу мусор. Раз. Ну-ка, два. Два. Смотрим внимательно. О, три, четыре, пять. Так. Обалдеть. Грязь убираем. Вот этот. Красота. Вкуснота. Красота. Вот этот. Вот тут два сразу. Два. Сразу два грибочка. Опа. Веточки тут застряли, травиночки застряли в нем. Если бы не посмотрела, пропустила бы. Обалдеть, вот это гриб. Во, больше моей ладошки. Срезаем. Во, мощный. Немножко уберем. Еще чуть-чуть.
Во! Вы видали, какой гриб? Настоящее счастье! Что, нема? Нет. А? Нет. Нет. Так, вам туда упадет. Дебри. Дождь идет, гром гремит, а мы здесь шарохаемся по лесу, грибы ищем. В прошлый раз мы здесь были, как-то получше обстановочка была. Собрали так нормальненько, правда, с разведкой ездили. И надеялись, что в этот раз будет много. Но пока не везет. Очень мало находится грибочков. А красота какая! Здорово в лесу, даже в дождь. Ура! Нашла наконец-то. Сколько хожу, брожу. Увидала. Что-то слеповато стало. Походу. Не вижу ни хрена. Так, ищем, товарищи, помогите. Помогите, кто видит чего. Я ничего не вижу. Чисто случайно обнаружила. Значит, где-то поблизости должны быть еще. Но я не вижу. Совершенно не вижу. Так, ладно, буду искать. Сейчас, наверное, кто-то злобный смотрит и говорит, так им и надо, нет грибов. Обойдетесь. А то мне тут в комментариях один добрый человек написал. Не очень ласково.
Комментарии не удаляю, оставляю. Всех засранцев, чтобы было видно. Так. Ну, здесь где-то я нашла. Это я нашла сейчас. Огромный, да? Да, не огромный. Нога у него большая, а сам не огромный. Так, собрались мы на выход уже. О, тут что? Выходим. Промокли до нитки уже. Замерзли. Все, и грибочек последний, наверное. Посмотрим. Мы идем на выход к машине. О, тут был не последний, оказывается. Оказывается. Ай-яй, как гремит-то. Страшно, страшно. Реально страшно. Такой гром. Так, тут надо посмотреть. Еще. Так, пора бежать домой. Ну нафиг, блин, долбанет. Вот весь наш улов. Бедненький, конечно, очень бедненький. Но хватит нам. Закончили мы сбор грибов. Вышли уже на дорогу, едем домой. Всем пока-пока. Пишите комментарии, хорошие комментарии. Ставьте лайки или дизлайки.